помощь. Социальный проект в поддержку бездомных животных запустили неравнодушные горожане. Задача – привлечь внимание к необычным жителям приюта. Юлия Важенина подробнее. Бруно. Он появился в пункте передержки полгода назад в новогодние праздники. Пес стал не нужен своим хозяевам после операции на лапе. Как только они поняли, что гончая потеряла свои рабочие качества, его выбросили на улицу. Теперь общительный и ласковый пес живет здесь вместе с воспитанниками приюта. А всего их тут уже более 360. Поступают по разному количеству. Видимо, во время сезона, когда вот начинается весна, по весне у нас в некоторые месяца поступают и по 60, по 70. Последний месяц вот у нас было всего 34. То есть получается, что как бы вот, видимо, в тот сезон, когда собачьи свадьбы начинаются, вот тогда и получается у нас больше приток. В основном все собаки адекватные, спокойные, хорошие. Это бывшие домашние. Такие же есть, которых прямо с машин выбрасывали в беременном состоянии, и, соответственно, они попадали, получается, по отлову к нам. Хотелось бы, чтобы люди немножечко относились к живому существу как к живому, к жизни. Собаке по кличке Радна повезло больше. Она нашла хозяев. Семья Петровых приехала в пункт передержки с целью выбрать себе питомца. И уехала не с пустыми руками. Радна теперь будет жить у них. Подарок день рождения на ребенку старшему. У меня ребенок сказал, да, вот хочу вот ее, все. Мне она нравится, потому что она спокойная, ходит на поводке очень хорошо и слушается меня понемножку. В принципе, планировали щенка, конечно, ребенок тоже у нас хотел щенка, но тут столько собак, может, и польза будет от нас тоже какая-то. Одной собачкой будет здесь меньше, да, в этом приюте. Она достаточно прям по охранным качествам должна оправдать. Мы держим кулачки, чтобы она оправдала. Но еще и как собака, она очень хорошая. Активисты столицы Чувашии запустили социальный фотопроект в поддержку бездомных животных. Они надеются, что их фото с известными и успешными людьми поможет привлечь внимание чебоксарцев к проблемам бездомных собак. Фотопроект придуман для того, чтобы помочь найти собачкам свой дом. И мы не могли не принять в нем участие. Знакомьтесь, это Тесса. Тесса, Виста. Ей всего 1.5 года, она привита, активна и очень любознательна. Тесса ищет свой дом, ровно как и все 360 собак пункта передержки. Вы только посмотрите на эту рыжую красотку. Возможно, в ней вы узнаете свою собаку. Умница, Тесса. Хорошая девочка. Хорошая девочка, да? В итоге 8 собак нашли себе семью. Но в центре передержки осталось еще больше 350 четвероногих, которым нужны добрые и любящие хозяева. Если вы не можете забрать домой собаку, есть вариант взять ее под опеку, выгуливать и всячески помогать. А вообще в пункте передержки будут рады любой помощи. Будь то упаковка корма, помощь в вольере или просто общение с питомцами. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.